Новый поворот в деле искитимца, задержанного за призывы к массовым беспорядкам. В ходе обысков оперативники обнаружили в его компьютере детскую порнографию. Призывал убивать росгвардейцев, расстреливать членов правительства и депутатов. О задержании жителя Искитима, который агитировал пользователей соцсетей брать в руки оружие и коктейли Молотова, правоохранители отрапортовали в конце апреля. По материалам, собранным оперативниками ФСБ, следователи комитета возбудили уголовное дело. По версии следствия, в марте 2021 года 42-летний житель города Искитим Новосибирской области посредством использования сети интернет разместил в открытом доступе текстовые сообщения, в которых призвал людей к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей с использованием оружия и взрывчатых веществ. На допросе у следователя мужчина не стал лукавить и признался не только в том, что размещал деструктивные посты, но и в других своих грехах. Иной противоправной деятельностью занимаетесь? Продавал порнографию детскую. Каким образом? Через объявление. Пикантные объявления он размещал на специальном сайте. Всего за 300 рублей предлагал извращенцам купить 28 гигабайтов отборного детского порно. Задержанный в содеянном раскаялся и пообещал все удалить, но, похоже, с этим придется повременить. За призывы к массовым беспорядкам и экстремизму любителя клубнички уже отправили в СИЗО. К этим весьма серьезным обвинениям может добавиться еще одна статья.